Коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание или поделиться опытом, с какими ошибками можно столкнуться при реализации собственного СОКа. В первую очередь необходимо задуматься о том, какие события информационной безопасности, инциденты вы планируете у себя накапливать, обрабатывать и мониторить. Зачастую возникает желание подключить как можно больше источников информации и собирать их все до кучи у себя в системе. На самом деле это тупиковый путь, особенно на начальном этапе внедрения. Вы утонете в большом, огромном море информации, которая вам будет поступать, просто эффективность вашего решения будет стремиться к нулю. На начальных этапах реализации своего Security Operation Center необходимо ответить на несколько простых вопросов. Какие события вы хотите регистрировать? Как вы будете их дальше обрабатывать, какие ключевые системы будете подключать, какое оборудование вам потребуется для реализации вашего проекта. За сутки может пролетать до нескольких терабайт сырых логов. Сами посчитайте, сколько вам потребуется места для хранения как минимум полугодовой информации для последующей аналитики. Следует начинать все-таки есть слона по частям. Определить для себя первоначальный момент. Например, мониторинг изменения привилегированных учетных записей или групп, мониторинг событий антивируса, IPS, Firewall по самому минимуму. После того, как вы научитесь обрабатывать эти события правильно и реагировать своевременно, можно расширять свой скоп и подключать дополнительные источники. Тем самым вы сможете на начальных этапах показать хорошую эффективность вашего СОКа. СОК-форум — это достаточно интересный проект, который позволит нам с вами обменяться опытом и не наступить на ошибки, которые совершили другие коллеги, и, соответственно, свои проекты стартануть в гораздо более сжатые сроки и более эффективно. Приходите и меняйтесь опытом. Да пребудет с вами сила!